В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Берем, видите, вот это более такая, а это более такая острый угол, вот, острый угол. Но нам самое главное надо сейчас, потом мы этот угол подработаем, и там мы можем сразу его погнать, что он мешает. Вот. Немножечко эту складку понял. Так, дадим хотя бы. Так, не гиба. Сразу она гнется. Болезнь мягкая, удобная. Так, сейчас. Не туда она пошла гнуться. Вообще, по большому счету, я вам хотел показать здесь не так немножечко. Не так, как это все делается. Сегодня мы возьмем. Так, сейчас я согну побольше. Сейчас согну побольше. Так, хотел я вам сегодня показать разницу между хапами штубаевскими и нашими хапами. Сейчас вот здесь немножко разогнем. Здесь мы тоже загнем. Просто нам здесь нужно будет поднимать. Поднимать надо будет по линии гиба. Вот по этой линии гиба нам надо будет поднимать. Я вам хочу показать, как гнуть хапами. Которые, ну, штубаевские они дают. Глубина захвата у них 180. Вот. А у нас есть возможность. Есть хапы, которые, например, больше могут захватить. Вот. И такими хапами мы сейчас поднимем примыкание. Выпрямим. Она, конечно, все это. Вот. Приготовил я вам показать. Ну вот на примере. Вот хаб. Это фирмы Штубай. Сейчас мы его будем его смотреть. Вот здесь у нас длина его 570, захват, глубина захвата 180 миллиметров и ширина губки 160 миллиметров. И это Штубай. Но есть другие хапы,
для профессионалов, которые имеют длину. Длину они 670, ну, точнее 650 миллиметров. Глубина захвата 250. Чувствуется скошенная губка. Очень важно. И 200 ширина губки. Вот такие прекрасные показатели. Вот, и сейчас мы этими прекрасными губками, шапами, вернее, мы сейчас поднимем клюнку. Справа. Выкладываем. По линии. Вот таким способом тоже можно поднимать клюнку. Вот. Ну, теперь нам осталось обогнуть. Так. Нашу кромку вот здесь. Так, мы ее теперь снимаем. Снимаем здесь. У нас линия гиба теперь есть. Мы можем поднять. Мы для того, чтобы сделать линию гиба, мы брали хаб. На прошлый раз мы делали это при помощи рулика. Помощи рулика. Сегодня мы сделали при помощи хабов больших кружных. Глубина захвата 250. Вот. И сейчас мы вот по этой линии. Так. Сейчас огнем. Так, сейчас поставить надо правильно. Сейчас. Огнем нашу кромку, затем ей доигнуться. Доигнуться, зачем гнуться? Вот. Вот таким образом. Ну, а здесь мы сейчас отправим. Так. Так, это нам еще пригодится. Вот она вообще пригодится. Так. Так. Вот таким образом мы можем спокойно теперь. Надо кромкой. Вот. Ну. Потом подправим, если что. Потом подправим вот в этой части. Поровнее сделаем. Здесь у нас специальный инструмент. Вот, вот так вот это вот выглядит. То есть мы согласно нашему чертежу. Вот, мы провели биссектрису,
Сделали ослабление. Вот оно. Отметили вассерфальс или кромку гидробарьера или бордерчек по-английски. Вот. Провели линию изгиба здесь, здесь. Этот узел проработали. Провели биссектрису, она же линия изгиба. И теперь мы ее можем устанавливать. Привет, на связи Михаил, менеджер Укалтес. Хочу в двух словах рассказать о нашей замечательной и легендарной кровельной компании по продаже кровельного инструмента онлайн. Укалтес специализируется на поставке профессионального инструмента по листовому металлу, специализированного кровельного инструмента, кровельного крепежа, специального кровельного оборудования, листогибов, гильотинных ножниц, вальцовочных станков и зиговочных машин. Компания работает с более чем 45 регионами России. Заказывайте весь кровельный инструмент в один клик на нашем сайте altesdefis.ru. Доставка в срок. Оплата за нал и безнал. Бесплатный звонок 8 800 505 48 60.